Что, ребят, привет всем. Ну, опять-таки. Смотри, какие мы черные стали. Я просто сливаюсь. Нас переместили в этот, как его, в помещение для тестирования автомобилей, знаешь, которые в стенку разбиваются. Да, да, да. Тоже такие стены и так далее. Мы переехали, правда, мы еще не полностью, скажем так, в готовой студии, то есть тут появятся разные баннера, мониторчики, там появится стол для преферанса. Я предлагал вообще сюда ковер повесить, как у Стрелка. Вот. Вот это самое крутое. Ковер будет вообще шикарно. Но самая главная новость сегодняшнего дня, это, конечно же, не старт шестого сезона Star серии, это то, что у нас наконец-то в студии не жарко. Это самое главное. Мы не будем потеть. Да, у нас есть кондиционер, у нас большая студия, у нас тут можно играть в настольный теннис, кстати. Прошу заметить, у нас тут вот это вот убрать и стол для настольного тенниса. Кстати, можно отлично, да, устроиться. В любом случае, мы вам немножечко попозже поставим там нормальную камеру, когда у нас все будет готово, покажем нашу студию в полном формате. Но сейчас мы с вами прыгаем напрямую в игру, потому что шестой сезон Star Ladder начинается прямо сейчас. 120 матчей регулярного сезона, плей-офф, лан-финалы, 22 500 долларов США, 16 команд, альянсы, которые защищают свой титул, и мы уже в игре. Да, вот так. Альянсы, правда, защищать титул будут не сейчас, но сейчас у нас тоже присутствует команда, которая у нас уже была неоднократно здесь. Да. Virtus.pro. В принципе, мини-Вагамама. Они ведь у нас тоже вроде бы были еще со шведскими вот теми... Ну, Вагамама у нас приезжала. Вагамама у нас тут паспорт забывал вообще-то. Вагамама был тут два раза. Сначала еще в составе, не помню, как команда одна называлась. Когда они еще на Intel Challenge были, а потом они здесь были... Бляха-муха, тоже не могу вспомнить, как они, шведские. Сконы, они приехали, а потом переименовались в как-то в другую команду. Вот, мне просто... Вот... Финалы третьего сезона это были. Да-да-да. Они из про-серии вышли в Star, да-да-да-да. И в первом же сезоне, вот когда они играли в Star, они к нам приехали. Пали на лан-финалы. Сконы они назывались, или, ну, у нас, собственно, на сайте это можно все посмотреть. В Star смотришь. Да-да-да. Star это финалы третьего сезона. Или четвертого. Да.
Нет. А, ну, сейчас они уже на Q-Pad переименованы просто. Ну, команда-то та же самая, блин. А-а-а. Как они тогда назывались? Вот. Ладно, вы нам напомните, собственно, как они назывались. А, это не важно. А, важно то, что сезон начинается. Сегодня нас ждет два матча. Ну, вот у них даже Skons Elite, да. Skons Elite они назывались, как-то там переименовались в Q-Pad, потом. Пульс! Пульс! Во! На! Тащи, я вспомнил. Завози. Так вот. Я сбился уже с толку. Ну да ладно, не важно это. Важно то, что все-таки пошла игра. Сегодня две игры. Virtus.pro против Q-Pad Red Pandas. Первый матч и второй матч сегодняшнего дня, который мы сразу после этой игры посмотрим, это новички StarLadder, команда с самым оригинальным названием в мире, Ослик Гейминг. Еще не хватает Суслик Гейминг и Паукан Гейминг. Да-да-да, и будет вообще все просто идеально. И чтобы они все на лан-финал попали. Это Ослик, Суслик, Паукан, на-на-на-на. И мокренькая Дэндичка, Дэндичка. Дэндичка, Дэндичка. Все будет просто идеально вообще. Это будет шикарно, я думаю. Да, так что сегодня две игры Star серии, и после этого мы с вами посмотрим гранд-финал западных отборочных. Да, и тут у нас гранд-финал западных отборочных, это хорошо, но тут-то у нас есть отличный, интересный пик от обеих, наверное, команд. Virtus.pro буду сейчас показывать суперскилл владения Вивером. Хотя Дред, я думаю, у него вообще отдельное мнение по этому поводу. У Дреда по поводу Вивера Виверов. Ты имеешь в виду, да? Или по поводу кого? По поводу Вивера именно. А-а-а. Вот Вивер, все-таки сильный у Дреда Вивер, но... Ну ладно, не будем о плохом, о грустном. Да, не будем о Дреде. Да-да. Бывает. Как там, не чокаясь. Не чокаясь, да. А Рокскиз или хорошо, или ничего. Да-да-да, вот так вот. Ну что, Virtus.pro, Лондруид, Бейн, Клокверк, Вивер и Чен. Virtus.pro, которых мы довольно давно не видели, и мы видим, что Крейзи изменил ник. Как тебе? Крейзи изменил ник, он теперь играет с ником Virtus.pro Blue. Или Blue. Надеюсь, это никак не связано с... Я думаю, что это цвет. Ну там это тоже цвет. Вот то, о чем я подумал. Так что... Ну, надеюсь, опять же, это никак не взаимосвязано. Да, что это не связано, да. А, так вот, Life Stealer, Shadow Demon, Lishrak, Skyrash Mage от команды Q-Pad Red Pandas. Команда Q-Pad, которую мы видели буквально 3 дня назад еще на отборах на The International, которые небесславно проиграли, проиграв команде Маус. Я вот сегодня в блоге взрывался желчью, и сейчас еще взорвусь в эфире желчью. Сегодня игра DD Маус. Да. Мауза да. В своей подгруппе да. Проиграли. Да. Упали в лузера. В лузерах едва пролезли через кьюпадов. Вышли во второй групповой этап. В финальной подгруппе они проиграли у ДД. Упали в лузера. Попали сразу же под горячую руку им... Не под горячую руку. Попали на них Роксы. Ой, сначала попали на них ЕГЭ, которые ЕГЭ проиграли у Рокс. Да, да. Измученные. Мауза у них выиграли. Потом, опять-таки, им дали день отдыха. И на Маузов падают, опять-таки, злые... Измученные Рокскиз. Маус опять выигрывают. То есть они два раза получали халявных, тяжелых соперников, которые были на дизморале. Они две серии проигрывали, падали в лузера. И они гранд-финал начинают с 0-0. Такая против халява команды вообще. ДД, которая ни одной серии не проиграла и просто всех выносила. Где халява. Логика? Халява. Это называется просто халява. Ну просто, если бы я не знал, что, собственно... Too Good поддерживает команду Q-Pad, то я подумал, что Black с ним спят просто. Потому что, ну как тут еще можно это объяснить? Кстати, не исключено, да. Не, ну, на самом деле, действительно, я тоже... Я на самом деле изначально вот думал, что все именно так и будет, что будет 0-0 в решающем матче финальном, что не будет никакого преимущества сетки виноров, потому что это уже стало такой традицией, не знаю, хорошей или плохой зарубежных там всяких турниров. Ну, это какая-то фигня. Ну Derek, да, мне really? Тоже кажется, что это фигня. Но сделали бы тогда уже там B5 и 1-0 тогда. Да, то было да, бы намного да. справедливее. Понятно, что B3 и 1-0 это... Подожди, сегодня у нас B5 и 1-0. Сегодня B5 0-0. Ну да, B5 0-0. Это же не B3 и 1-0, понимаешь? Да. Это же не то, что вы на халяву дали почти победу. То есть B5 и 1-0, ну любая команда, ну, самое, есть при должном скилле, она как бы затащит, даже если она там проигрывает 1-0, естественно. Ну, собственно, мы защищаем свою систему. Мы считаем, что финал StarLadder проводится по самой правильной системе. Когда есть преимущество у команды, которая выиграла из виннеров. В одну карту. Это самое главное.
Да, да, да. Так, и что у нас есть здесь? Ну, в принципе, по ролям тут все понятно. Я думаю, даже можно не объяснять, кто он вообще на ком играет. Разве что у команды Квипадская, что Select будет на лайфстиллере. Синг, Синг, Skywrath Mage, Мини, Shadow Demon, JRX на Лишраке. И остался еще у нас Вагамама. Какая заначка на Клинксе. Какая заначка? Сейчас JRX и Мини здесь, если спалят. Сейчас Блю здесь. Спалят Virtus.pro. Да ладно! Не увидели! Да лол! Вот это поворот! Вот это, да, и вот этот хомяк, который такой назад сразу. Вот это! Вот это моментище, конечно. Там реально вижена не хватало. Вот в этих трех елках можно просто тупить очень долго. Сейчас они будут выходить убивать Чена, скорее всего. Ну, конечно, начало действительно классное. Всем вам пока выходят крипы. They Rough говорит, первый раз в этом сезоне у нас Бастион анонсер. Напомним, что, ребят, все матчи можно посмотреть в Dota TV, если у вас есть билет на шестой сезон Star Ladder. Видите, игра, это первая, она уже началась, вместе с билетом вы получаете также Star Ladder-овский худ, который вы видите, собственно, в трансляциях. Так, спалили, так, спалили сейчас мини, и их коварный план провалился. Причем, ну, как по мне, то можно коварно наказать сейчас мини. Вот он Смайлевич, так. И он идет это делать. НС начинает бить, вот он слип, рядом лишь рак. И тут же Илидан, мини. Мини сейчас в таверну уедет. Мини пытается его догонит, Илидан обязательно. И Илидан. Да ладно, спрятался мини еще. Здесь Select, кстати. Мини поставили бар. Да ладно, застопили Илидана. Мини выживает каким-то образом. Да ладно, сейчас Илидана заберут. Оу, но Чен забирает все-таки мини на ФБшечку. Илидана в результате разменяли. Сейчас, кстати, еще, возможно, Смайла зацепят. Не достает станом немножко JRX. Ну и, кстати, НС тут должны покатить еще немножечко селекта. Так иди отсюда, смайлуха, ну, ему на, говорит. Веселое начало. У меня вард здесь стоит, я тебя вижу, дно. Дно. 3-3, собственно, сразу зарубились в чужом лесу ребята в самом начале. Ну и мы понимаем, что у нас будет дабла. Смайл вместе с Илиданом стоять против триплы селект. Мини и Джиракс. В миде нас ждет Синг Синг на Skyrath Mage против Крейзи на Клакверке. Ну и Кси на Лондруиде сыграет против Вагамамы на Клинксе. Да, Вагамама на Клинксе очень интересно, кстати, будет за этим понаблюдать. Ну, вообще, это человек-любитель интересных героев. Клинкс, я даже не считаю, что относится к таковым. Он достаточно прост в исполнении. Относительно прост, скажем так. Потому что стоишь, добиваешь крипов с уроном в сотню, там, уже начиная там, потом с шестого уровня. С таким там, же да, да, потом добиваешь героя с таким же уроном. Собираешь себе там орхид какой-нибудь, потом кристаллис, я не знаю, или что-то в этом духе. Ну, там уже по ситуации. То есть, и все, и поехали. Да, ну что, снизу у нас Илидан, мы видим, против Селекта стоит 3-1, у Илидана уже крип статус, Селекта пока 2-0, мы видим, суппорты куда-то разбежались, в частности, мини в смоке вместе с Джираксом идут на топ, не знаю, помогать, я так понимаю, все-таки своему Вагамамычу, что ли? Ну вот, Лишрак, смотри, забирает, и попадает станом, но нам стоят Коги, и они не видят этого, да, оба об них ударяются. Хороший Коги, Хоги на хайграунде. Коги на хайграунде, конечно, отличные. Ты их не видишь, в любом случае ты в них ударяешься. Да, да, просто заходишь, думаешь, что все окей, а там как бы стенка стоит. Причем, ну, обойти их вообще нереально, естественно. Потому что если на лайне ставятся Коги, и на лайне их обойти почти невозможно, то в таком узком проходе и подавно. Так, ну и что у нас здесь? У нас здесь Смайлевич вместе с НСом уже начинают. Не хотят ли они сейчас как-то на селекта вывести? Вот видишь, они очень грамотно делают. Вот сейчас НС еще отсюда, наверное, крипов заберет. Вот этих совухов сейчас. Вот, ну, бей. Бей. Нет, не хочешь. Все-таки он... вот эти крипы уйдут. Кто такой? Еще следующих. А, собственно, за пули туда Смайл. На будущее оставил себе НС. Или, может быть, себе оставил как раз совуха. А, ну, непонятно пока, собственно, что тут делает этот Чен. Что он собирается делать, что он ждет. Ну, что-то, видимо, ждет. А, не суть важно. Снизу Илидан у нас 8-5 крипстат, Select 5-1. То есть тут более-менее дела пошли. Смайл сейчас там уже в спину бежит Селекту. Чтобы не давать Селекту спокойненько вообще подходить к крипочкам. Ну и в миде Синг, красавчик. 17-5 против 10-1. Это, конечно, шикарно. Я выяснял, как зовут улитку. Как зовут улитку? Вау. Футуристическая. А, футуристическая, вау, дикас, это вау, футуристическая. Дикас. Ну вот, у меня. А на каком это языке? Google Translate. Да какой-то ж этот ихний. Шведский или голландский, ну, или да, какой-то да. Язык.
Вообще написано китайский упрощенный. Отлично. Финский. Валдикас финский. Да. На финском языке там нет слова фина, но они решили. Ну, видимо, какое-то известное слово в Скандинавии там. Напомню всем, что ребята. А, находятся... нет, смотри, если это на русском футуристический, а если на английском, это спиди. Ну, экшен факт, я вижу. Так, спрятались здесь у нас, собственно, Кси. Станом не попадает лишь шаг. Ну, Кси, конечно, в любом случае умирает Вагамама. Ну, вот то, о чем ты говорил. Какой демедж от Вагамама нереально залетает. Ну и на 2-1. Подплочь его мини, ну что ж ты? Я уже думал. Ну, реально ему последний. Я думаю, так, я не понял, о чем вообще говорит, какой я подблочь-то. Вот он, ну что. Синг гоняет опять-таки Крейзи. Ну и еще одна плюшка в Крейзи летит. Остается живой, 40 хп остается у Крейзи. Больно, конечно, аркан болты въезжает. Так, сейчас и конкьюсив шот залетит. А, нет, нету маны просто на конкьюсив шот. Вот только-только насобиралась. Так бы сейчас отъехал, я думаю, у нас товарищ. Блю. Вот Синг-Синга он подсветил. Блю, вот любитель Крейзи придумать какую-то ересь, был бы себе Крейзи, да потом что-то у него было там и My Wild, еще что-то. Ты и My Wild, насколько я понимаю, украшение строптивого, да? Ну, походу, да. В переводе. Ну, сейчас так. Блю, что такое Блю опять-таки? Вот, что-то их там плавит в этом Калининграде. Близко от Польши, видимо, какие-то грибы. Почему это я связал Польшу и грибы, я не знаю. Я тоже не знаю, с чем у тебя вот ассоциируется... Польша? Польша, да. Польша у меня ассоциируется с едой. С очень, кроме очень драников, да, едой. Вот как-то там. С нереально вкусной едой, с ягненком запеченным мне ассоциируется Польша, с горными лыжами и со всем самым хорошим. Да, и, собственно, с интервью с Дредом в сауне. Вот. Да, да, тоже нормасик. Смотри, сейчас, кстати, выходит в мид Shadow Demon или нет? Или не выходит? Нет, он что-то очканул. Кто-то как раз выходит сейчас, собственно, на Синг-Синга. И спалились уже Смайл по Тауэр. Смайл, проблемы у него, есть ТП, Смайлу надо бежать в мид. Смайл, ну что ж ты делаешь? Очень много демеджа получал Смайл. В итоге мы видим, Синг-Синга убили, Смайл горит, Джирак за ним. Смайл опять стиков, а там первые диаболики, они вроде как и бьют, но не так сильно, как хоть... Оу, ну Смайл! Ну и два фрага, кстати. А еще и Shadow Demon'а убил, Клокверк. Там, собственно, Shadow Demon, я так понимаю, пока мы смотрели за Смайлом, Shadow Demon пошел спасать, собственно, Синг-Синга, и тут же подстрял. Ну и Несс его вместе с Крейзи там не отпустили. Два фрага подряд зарабатывает Virtus.pro. Ну вот это то правило, которое обычно говорит инмейт. Если ты видишь, что твоего убивают, 100% убивает, да? Да, то... Забей. Я не знаю, как бы даже дословно, не спасай дебила, оно звучит, да, просто... из уст инмейта, то есть... Если он реально вылез и его убили, то лезть еще отдаваться лишним, как бы, вообще не вариант, и не тут, нужно тут, этого тут делать. На меня наезжают и говорят, что нет слова «ихний». «Ихний»? Да. Не, вообще нету слова «ихний». В моем языке это слово «есть». Да, мы уже с тобой вчера в скайпе, да, обсуждали эти вопросы. Да. Что тебе все можно. В моем языке слово «можно» пишется через «а» в конце. Есть слово «ихний». Ночь штучная. Штучная, у меня, а не искусственная, да. Искусственная, да. И я себе как говорю, так я себе говорю. Тоже через букву А, конечно же. Так что. Так все. Что. Ну тут уже все. Я могу словарь. Сколько написать? Лет уже прошло, никто не исправил, так что уже поздно ничего, что-то менять. Ничего да. не исправится. Я уже старый, мне уже 27, скоро уже ничего не исправишь, действительно. Тут вот уже именно. Очень крепко у меня в мозгу заело вот эти вот суперфразы. Да, ну это все нормально, я считаю. Так, смотрим. Смайлевич и Иллидан Шторм Рейдж. Их сейчас, кстати, обходят сзади и будут, ну, сейчас проблемы могут быть огромные убивать. Смайла. Не, они его оба мертвые, я считаю. Ну, если не оба, может быть, разве что Вивер успеет убежать, Смайл, но Смайл уже мертвый. Смайл спрятали, лишь Рак. Ну, тут Смайл уже сгорел моментально, потому что стан не давать даже. Ой, еще и Синг. И Джукит Ян. Слушай, а Иллидан такой, ну давайте драться, потому что рядом Энесу. И смотри, тут Клокверк на хосте объезжает. Да ты за ладно, расстреляли Джиракса. Кстати, Клокверк там всех убивает. Не, Синг очень жестко расстрелял. Смотри, Селек, тычка не хватает. Отлично, Клокверк когами, точнее не когами, а батарейками добивает. Также еще один минус от Клокверка. Хоста еще, кстати, даже близко не закончилось. Но за Сингом он не поехал. В любом случае, гангировали Virtus.pro, но очень своевременный телепорт с хостой и Клокверкой. Дабл килл. Тоже отлично пошел инициировать Иллидан, не побоялся он, ну и Virtus.pro. Да, классный размен. Да, больше ВП, безусловно. 2 в 1, считай, или 3 в 1, подожди. Это 3 вроде бы. Вроде бы да, вроде бы тоже троих убили. Да, Лишрак, Лайфстиль и Shadow Demon. То есть всю триплу команда QPAT убивает в ответ за одного Смайла. Ну, не отпускает, конечно. Конечно, за братюню надо же отомстить, правильно? Еще и как надо. Так, ну и что там у нас на топе тем временем происходит? Кси
и медведь, медведь Икси. Ну, Вагамама, понятное дело, Вагамама фармит будет, это, понятное дело, первым айтемом орхид какой-нибудь. Ну, это понятно, что это будет орхид, но что имеется вивер, да, и у вивера могут быть проблемы, если у Вагамамы дела пойдут очень хорошо. То есть, да, если у Вагамамы будет минуте эдак на 17-й орхид, например, ПТ и криты, будет беда. Смотри, и опять-таки здесь Клокверк! Как же своевременно он всегда оказывается там, где надо, Джерикса! Поджимает, поджимает очень плотно Джерикса. Кстати, надо бы его убить, этого лишрака. Нет, Рокет еще будет. Нет, не будет Рокета, будет хукшот зато. Да, там Иллидан, смотри, прибежал уже. Иллидан сейчас будет еще шестого демона догонять. Куда он дает вообще станы? Иллидан убивает мини. И хукшотом Вагамаму. Вагамаму. И просветочка еще есть. Как хорошо все делают. Закрывают здесь Вагамаму. Это минус очередной. Параллельно с этим всем Смайл в миде вместе просто с Кентавром и с Волком. И все. Кентавр, Волк и Смайл втроем убили соло мид с Кайрос Мейджем. Ну, я подозреваю, что Кентавром и Волком кто-то управлял. Ну, самое смешное, что даже без финс-гриппа это все получилось. Да-да-да. Интересно. Ну, что-то посыпали сейчас Кьюпатрет Пандас. Ну, и не хочется сейчас говорить вот эту заезженную фразу, но да, видно сейчас, что Virtus.pro получили инвайт на International, а Кьюпат его не выиграли. И разница в классе немножко заметна. Напомню вам, что Кьюпатрет Пандас стали одной из последних команд, которая получила право участвовать на StarLadder. Выиграли ребята квалификацию из 16 команд. Здесь. Вот, а теперь, собственно, можно и финс-грип заюзать. 11-3 на 10-й минуте у нас счет, но и Virtus.pro начинает настолько резво и настолько весело, что... Ну, нифига по себе. Не, ВП сейчас очень-очень хороший темп задают в этой игре, и вот то, что там есть Вагамама, теперь уже нифига не страшно для команды ВП, потому что у него денег реально сейчас не так уж и много. У него, кстати, 34 на 5, что вообще это за крипта для Клинкса, которого, в принципе, никто не трогал? Ну, он стоял против медведя, я так понимаю, ну, и, ну, это ну, типа, да, ну, а вот, ну, Клинксом ты стоишь против медведя, ты подошел, крипа ну, добил, убежал, подошел, крипа добил, убежал, то есть ты не милишный герой, которому надо регулярно там что-то... Не знаю, тусоваться рядом с крипами или еще что-нибудь в этом духе. Добить ты реально можешь вот на верочку просто одним шотом. Тем более четвертого левела, когда там эти стрелы. Да даже третьего, а не когда второго. Они уже действительно добавляют порядочное количество урона. И ну, добивать крипов намного-намного проще. Да, ну что ж, селек мы идем с фейзами снизу. Мини здесь же. И синь-синь, у которого всего-навсего тапок и брасер. Ну... Понятно, провален, тем более, учитывая, как играет Клокверк у нас сейчас. Клокверк на топе скрывает Вагамаму, на этот... Есть просветка. Все, есть, когда оно надо. И Вагамама у нас шанс умирает. Опять умирает. Да. Ну, не сдалось, не смотри, сдалось. Смотри, просто-напросто сейчас... Ну, вот опять-таки Лишрак и НС вместе со своими крипами убивает. Там, смотри, сейчас Иллидан забегает дальше. Ну, понятно, что мини здесь отъезжает. Интересно, будет ли Клокверк залетать дальше. А, нет хукшота у него, поэтому никак не догнать Синг-Синга. Я не знаю, что сейчас происходит, но Virtus.pro просто идут и тупо сметают со своего пути команду Кьюпатрет Пандас. 14-3, счет на 12-й минуте. У меня есть подходящее слово под этот случай, который употребляет сейчас там один из моих товарищей. Деклассируют вот сейчас. Вот он, финс-грип и... Кьюпадов. Select. You know the drill. Вот просто деклассируют. Да, это действительно деклассирование. Что вы, какая-то там команда, вы где-то участвовали, да? Да ладно. Возможно. Все! Все! 11 минут. Где мой компендиум вообще? 11 минут! Virtus.pro намекают. Мы соскучились за Дотой. Я даже ни разу за игру не успел нажать графики и людям показать. Так а там вообще все предельно понятно на этих графиках. Да. 7500 голды. 8. Мы еще с тобой голды. Пап сыграть успеем. 20 минут прошло экспы. В сумме. Да, это какая-то вообще фантастика. 20 минут у нас прошло. Не, я понимаю, что мы, когда сегодня делали расписание, мы переживали на тему того, что бляха-муха, финалы. А вдруг там. Вдруг мы не успеем, вдруг игра на 70 минут затянется, вдруг что-то там будет не так. Virtus.pro просто изничтожает. Я не помню комбинацию, чтобы трон упал сам по себе. В любом случае. Когда последний раз играли Virtus.pro, не считая этого матча? Вот можно как-то узнать, когда у них была последняя игра. Что-то я даже не могу вспомнить, когда ВП. А ну вот сейчас я проверю, когда они до этого играли свою последнюю игру. Это было 28.04 аж. 28.04 был последний официальный матч Virtus.pro. Это было, ну считай... 3 недели назад, 28.04, за 3 недели они получили Night International и настолько соскучились за Дотой,
что они сейчас просто растоптали. Они настолько соскучились за Дотой, что НС уже там паблики катает с фанатами. Ты понимаешь? Кстати, да. То есть... Кстати, НС, прошу заметить, закончил игру 6-го левела ченом. 6-й левел чен, 4-0-4 у него стата. Вивер 6-1-5 и Лидан. Кси 2-1-1. Крейзи 3-0-9. Клоквер, который просто-напросто разорвал сейчас команду соперника. Ну и, знаете, ну я не знаю, что по этой игре еще можно сказать. Потому что это было как-то аж... Слишком больно что-то. Да, и, очень просто все. И слишком неприятно получилось, да. Так вот, давайте, что ли, посмотрим на турнирную таблицу. Какой турнирной таблицы, собственно, после этой игры у нас будет. Будет она выглядит вот так. Тут продолжают заливать логотипы. Да. Не, ну кстати, есть ребят, это... у нас в группе у Каспера, конкурс. Да, да, небольшой конкурс. Вам нужно нарисовать логотип 6-го сезона StarLadder. Вот просто такой вот фан-логотип. И да, лучших 3 логотипа, которые нам понравятся, собственно, получат 30, 20 и 10 рарок соответственно. Вот Dota 2 Lounge и StarLadder TV. Так что заходите в группу Каспер, vk.com/kasperrrrtv. Ну, 3R, да, если да, что. 3R-TV. И там открытый альбом создан, так и называется, SLTV Logo Competition. Сегодня сидели, вспоминали, как будет соревнование на английском. Да. Ну что, турнирная таблица по состоянию на данный момент. Virtus.pro, ну, понятно, что один матч всего сыгран. В любом случае, мы вам на можем... На первом месте! Да, мы вам можем показать все-таки всех все играющие команды. Да, у нас есть команда А, например. Да, у нас есть команда А. Это суперкоманда. Это Альянс. Ну, у них, собственно, так и есть тег А. И все, команда просто А. Буква А. Ну что, Virtus.pro выиграет Occupied. Virtus.pro, 4 Friends and Chirilli, Альянс, DD, Dota, Empire, Fnatic, Kaipi, Mouse, собственно, у нас играет. Ну и также, конечно же, Na'Vi, Osly Gaming, просто, просто, причем OGS я почему-то написал, не OSG, а OGS. OGS. OGS, что-то похоже вообще-то. Oglixaming, то есть вот у тебя так... Oglixaming какой-то, да, Oglixaming. Ладно, исправим потом. Power Rangers, Rockskiz, TCM Gaming, IC Cup, Z-Rage и Qpat Red Pandas.